Вот. Заносится в протокол. Вот. Заносится в протокол, который подписывается заявителем. Ну. И лицом, принявшим заявление, понимаете? Ну. То есть мы все равно должны будем ставить его на бумаге. Ну, я об этом вам и говорю. Нет. Давайте составим протокол на бумаге. Принятие устного заявления. Вам надо будет его подписать и оставить свои данные там. Не вопрос. А в чем проблема? Не, я вам разъясняю, просто вы так преподносите информацию, что вы ничего подписывать не будете, объяснение давать. Подождите, когда я такого говорил? Ну, мне показалось, вы подводите нас к этой мысли. Вам показалось? Ну да. Вам показалось. Спасибо, что разъяснили теперь. Все, вопросов нет. Сейчас у вас оперуполномоченный примет заявление. Вам тоже показалось? Забрал мой телефон и швырнул его. Не трогай телефон, я тебе запрещаю. Немного изменилось. Их показания более лояльными они стали. Никто телефон не терял. Я не вижу его. Куда ты выкинул? Что, прям до сюда долетел? Телефон пролетел 30 метров, я посчитал шагами. Откуда выкинули? На, что на, положи на место. Не трогай чужое имущество. 144-я статья с применением насилия. Он очень злой был. Владеет тайским боксом. То есть я опасался, что он даже нападет на меня. Расценил как реальную угрозу жизни и здоровью. Я вас предупредил об уголовной ответственности. Да. Виновник скрылся с места происшествия. А он имеет на это право? Нет. Ну вот. Я не выгораживаю никого. Мы не регистрируем это. Мы переводим на полицию. К вам поехали со второго отдела группы. Больше часа прошло, никого нет. Примите жалобу, пожалуйста. Можно мы его оформить-то оформим. Просто у нас нет возможности его сейчас... Вы не защищаете общественный порядок? Мы нет. Следственная, да. Оперативная, вместе мы, группа. Все, отлично. Довезете? Ну, давайте, доедем. Вы в отдел? Вы же сказали, вы заняты. Я усматриваю множество противоречий в ваших словах и действиях. Неправда. Как оказалось, бланка протокола нету, есть просто какое-то заявление неустановленного образца. Да. Это их косяк. Ну смотрите, по территориальности это находится здесь. Ладно, оставьте жалобу за нас с вами. Независимо, объективно. Вот такие дела. У меня, в принципе, все.